Для конкурса «Дети читают стихи» на лабиринт.ру. Читает Марковская Александра, 6,5 лет. Некрасов, русские женщины. И женщины в русских селениях спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем одарит. Идут и не той же дорогой, какой весь народ наш идет. Но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет, цветет. Красавица, миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. Платок у ней на ухо сбился, того гляди косы падут. Какой-то парнек изловчился и кверху подбросил их шут. Тяжелые русые косы упали на смуглую грудь. Покрыли ей ноженьки босы, мешают крестьянке взглянуть. Она отвела их руками, на парня сердито глядит. Лицо величало, как в раме, смущением и гневом горит. По будням не любит безделье, зато вам ее не узнать, как сгонит улыбка веселье с лица трудовую печать. Такого сердечного смеха и песни, и пляски такой за деньги не купишь. Утеха, твердят мужики между собой. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Красивые ровные зубы, что крупные перлы у ней, но строго румяные губы хранят их красу от людей. Она улыбается редко, ей некогда лясы точить, у ней не решится соседка ухвата, горшка попросить. Не жалок ей нищий убогий, больно ж без работы гулять, лежит на недельности строгой и внутренней силой печать. В неясное и крепкое сознание, что все их спасение в труде, и труд им несет воздаяние, семейство не бьется в нужде. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен колосок, здоровые сыты ребята, на праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедне, пред всей семьей впереди. Сидит, как на стуле, двухлетний ребенок у ней на груди. Редком 6-летнего сына нарядная матка ведет. И по сердцу эта картина всем любящим русский народ.